Привет, меня зовут Оля Рубец, я парикмахер, и сегодня я сделаю укладку новым стайлером Dyson Airwrap. Я буду использовать две насадки попеременно, и волосы будут накручиваться в разные стороны, в одну, в другую, в принципе, никакой схемы нет. Чем более хаотично вы будете их использовать, тем более такой серферский эффект вы получите. Когда я создаю такие пряди, я придерживаю кончик пальчиком и тяну на себя стайлер. Таким образом создаются вот такие вот прядки. В конце нам надо просто опустить голову вниз и взбить хаотично наши кудри и зафиксировать лаком. Я люблю лаки средней фиксации, они дают возможность исправить, если что-то пошло не так. Только в самом конце я фиксируюсь сильными средствами. Начес в этой прическе может, знаете, принципиально изменить ситуацию. Добавьте, не стесняясь, начиная от кончиков, мягко продвигаясь к корням. Перед укладкой я использовала соленую воду для того, чтобы создать более серферский такой эффект. Волосы лучше держат объем, становятся более жесткие. Очень рекомендую.